Всем привет. Приперся на свою стоянку. По дороге заскочил в одно место. Не часто там бываю. И отшевелил такие вот полезные вещи. Два кирпича, две доски. Уже, считай, можно сделать две лавочки. Кирпичи не знаю для чего, но пригодятся. И нашел по дороге вот такую вот приблуду. Внешне, ну, вроде как будто бы мангал. Только непонятно, это изначально мангал или просто что-то приспособили под мангал. То есть, если все это дело развернуть, получается, это был просто лист. То есть, вот, согибается, здесь вот углы крепятся, отгибаются ножки. И вот такой вот мангальчик небольшой. Ни разу не видел такую конструкцию. Тоже не знаю для чего. У меня как бы есть тут мангал полноценный. Но пусть будет. Запас карман не трет. Недолго думая, начал делать лавочку. Ну и к слову, как забить гвоздь, если у вас нет топора с собой, такого полезного инструмента. Да, оказывается, легко. Оказывается, вот так. Потом берем мачете и добиваем до конца. Вот так вот. Как оказывается, бывает полезно что-нибудь оставить на стоянке. Например, гвозди. Тут вот у меня подсолнечное масло. Вообще, конечно, задумка есть небольшой схрон организовать. Но сегодня я для этого ничего не взял. Возможно, в другой раз. Проверка. Прекрасно. Чудо, а не лавочка. Кирпичи. И вторую доску пока оставлю про запас. Вообще хотел сегодня пособирать грибов. Все облазил. Нашел только одну вешенку. Ни валуев, ни груздей не видел. Готовить ничего не планировал. Поэтому взял с собой только арбуз. И сейчас буду его есть со страшной силой. Ну, погнали. Как говорится, по-свински, но приятно. Обалденный. Вообще, конечно, осенью есть свои плюсы нахождения в лесу, есть свои минусы. Из плюсов, которые я вижу, уже не так много народа шарится. Нет отдыхающих, купающихся. Это плюс. Нет комаров и мошек. Это тоже плюс. Нет клещей. Это тоже плюс. А из минусов, ну, наверное, только то, что все вокруг такое страшное, серо-черное. Тем более сейчас такой период, что в основном листья уже все опали, осыпались. И в лесу к
как-то все мертво. Так слышно кое-где там дятел долбит, где-то дровосек мучает с помощью бензопилы дерево, где-то птичка пролетит. Но все равно классно. Такая тишина какая-то особенная осенью. В общем, осень я люблю. В обычной жизни, конечно, кирпичи и доски — это хлам, никому не нужный. Особенно если валяются где попало. По улице не будешь их ходить собирать. А для сурового выживальщика, бушкрафтера, даже такие вот находки — это прям сокровище. Можно, конечно, заморочиться, на машине сюда привезти бензопилу, сделать прям все, оборудовать и потом ходить, радоваться, кирпичей привезти, выложить печку, прям чтоб было все по фэншую. Камней у нас здесь нет. Хотел сначала из камней, но кроме гравия ничего нет поблизости. Вот так бы еще бы найти хотя бы кирпичей 10-12. Уже можно было какое-то подобие очага выложить. Было бы интересно, красиво. Выглянуло солнышко, и сразу как-то стало весело. Не так уж и мрачно, не так уж и грустно. Опа, сейчас опять спрячется. Облака быстро бегут. Вот такая получилась осенняя зарисовочка. Арбуз не осилил. Оставлю ежиком. Ходите в походы. Берегите природу. С вами был ДК. Всем пока.